Друзья, если вы подключили свой сотовый телефон к ноутбуку, а он увы не виден как устройство. Вот смотрим мой компьютер. Нет его. Все это исправляется за несколько секунд. Нажимаете кнопочку «Пуск», «Настройка», «Панель управления». Вот сейчас пропиликало, но я повторюсь, телефон так и не появился. Видите? Дальше входите в систему, диспетчер устройств. И здесь мы видим вот такое переносное устройство с восклицательным знаком. Нажимаем правой клавишей мышки на нем. И говорить «Обновить драйвер». Отвечаем «Выполнить поиск драйвера на этом компьютере». Выбрать драйвер из списка уже установленных. И вот первый у нас Android Phone. И USB-устройство MTP. Двойное нажатие. Установка драйвера. Вот теперь пропиликало. Вот появилась у нас в моем компьютере. Появилась наша C2 телефон. Так как у меня карточки нет, только встроенная память 64. Вот мой телефон. Как видите, это заняло всего несколько секунд. Спасибо за внимание.